Всем привет! Еще раз спасибо всем за поздравления. Да, мы подтвердили старшего национального директора. Это очень приятно. Все, кто меня не знает, давайте с вами познакомимся, конечно же, потому что когда делали обзвон по структуре, многие новички спрашивали, а кто это такая, да, то есть я звонила, говорю, здравствуйте, меня зовут Анна Кононова, звонила Шаги, стартовые программы, они, да, они меня не знают, вот. Да, спасибо, Анюточка, огромное. Вот, значит, меня зовут Кононова Аня. Мы работаем вместе с мужем Антоном. На проекте мы уже 2 с лишним года, с 26.11.2014 года, открыли старшего национального, и старшего национального вот по итогам прошлого каталога как раз-таки и подтвердили. Вот, также у нас открылось за 2-недельный каталог 4 новых звания. Это просто шикарно, это просто классно, это просто... Я не знаю, какие молодцы Таня и Александра Распоповы вообще открыли бриллиантовых директоров. Вы представляете? 2-недельный каталог с рубина сразу на бриллиант. Это просто великолепно. Это семейная пара так трудится, что сделала такие невероятные результаты прямо в 2-недельный каталог. Вот. И, конечно же... Вот, давайте с вами продолжим тему нашего вебинара. Кстати, все ли заметили, я в платье от Юдашкина. Вот, платье, кстати, дорогие коллеги, вот сделаю еще одно внеплановое объявление. Платье очень сильно маломерят. Вот от Ахмадулиной я заказывала платье 44 размера. Заказала также и от Юдашкина 44 размера. Талия влазит, грудь, попа нет. Да, то есть у меня фигуристый, я фигуристый человек, да, то есть попа, грудь вообще не вошли, по плечам села нормально, но вот тут вот сбоку, как сказать-то, вот где-то отсюда уже, да, от где-то от начала ребер сбоку кверху уже не застегивалась. Да, кверху уже не застегивалась. Я, конечно, была в шоке, ну, вообще никак не застегивалась. А потом, значит, пришла дочка вчера, да, и я ей говорю, Катюша, померяй платьишки. Так вот, юбка 44 размера, ей в облипочку. Ей в облипочку, хотя я ей Ахмадулину заказывала 40-й. Вы представляете, какой вообще, какая глобальная разница между коллекциями, поэтому будьте осторожными и своим новичкам говорите, чтобы они брали на размер больше своего размера, как минимум. То есть надо брать 46-й. Да, повод, конечно, похудеть, но с нашей системой управления веса я, конечно, скинула 18 килограмм, да, 1 килограмм уже набрала обратно. Ну ничего, посижу опять на фитоксе, на итлисе, я думаю, что да. Очень, я считаю, что важно это предупредить, и чтобы это было в записи вебинара, потому что на самом деле расхождение, я так понимаю, Катюшка у меня носила 40-й размер, ей легко подошел 44-й, и причем в облипочку, и сидит на ней нормально. Вы представляете? Как вот прям какой расход, да, между коллекцией от дизайнера Ахмадулиной и какой, да, между Юдашкиным. То есть вот это платье тоже 44 размера, но оно тянется. Я вам хочу сказать, что я его надела, оно мне ни мало, ни велико, в самый-самый раз. И прям такая талия, потому что оно в обтяжку получилось, да, но оно тянется. Спортивные костюмы, футболки я, Танюш, не заказывала. Все, что я заказала по акции, по ВИПу, да, все вы знаете, что ВИП-консультанты имеют право заказывать за 2 недели до начала продаж, этого еще ничего не пришло. Нам пришло только платье, юбка, остальное все лежит в автозаказе, и не знаем, когда придет, потому что у них сбой по доставке. Будем надеяться, что все же нам продукция придет хотя бы в этом каталоге. Вот, итак, всех с наступающим 8 марта! Вот, у нас сейчас с вами идет каталог номер 4, который будет действовать с 27 февраля по 19 марта. Он будет у нас с вами 3 недели. 3 недели, да, и, конечно, новинок супер всяких, но самое главное, что же вас порадовало в этом каталоге? Что вас порадовало в каталоге? Меня очень порадовала мужская коллекция.
Да, мужская одежда, это безумно классно. Мой муж говорит: боже ж ты мой, неужели я, Фаберлик, могу потратить на себя деньги? Говорит, а кроссовки когда будут? Говорит, напиши в обратную связь, спроси, когда будут кроссовки. Да, я своему мужу заказала очень много кофт, трусики, носочки и так далее, и так далее. Вот, и причем, зная, что эта коллекция будет, я не покупала ему трусиков, носочков примерно месяца два, наверное, и как раз у него все износилось. Не знаю, он просит кроссовки. Говорит, напиши в обратную связь, попроси кроссовки. Не знаю. Тонечка, привет. Очень приятно, что ты ходишь на все на наши вебинары. Да, конечно, мужская коллекция это супер. А коллекция за коллекцией. Очень, конечно, мы расстроились, что платья от Юдашкина задерживаются, но да, то есть давайте будем передавать всем своим новичкам, всем лидерам, что поставка будет. Мне в обратной связи ответили, что извините за задержку, все будет, все при все. Поэтому не переживайте, скоро, вот да, будет. Вот. И, конечно, меня новые губнушки заинтересовали. Кстати, они вот у меня есть. И букет Авроры я тоже заказала. Духи, очень классные духи по акции 3, 1 плюс 1 равно 3. Они были в прошлом каталоге. Две заказываете, третья в подарок падает. Я хочу сказать, что достойный аромат. Ко мне приезжали гости 23 февраля. И так как мы в разных городах все живем, все, наверное, видели мои фотографии в Одноклассниках. А у нас в гостях гостило 12 деток прям за один день, плюс их мамы, папы. Вот, и я подарила заранее аромат, потому что они уже будут уезжать обратно. Они живут в Республике Тыва, Кызыл, далеко. И поэтому я заранее поздравила. Да, очень классный, сладкий, приятный. Да, на самом деле букет Авроры это просто вот такой аромат вообще суперский. Он не тяжелый, он легкий такой. Да, то есть в нос не бьющий. Вот. И давайте начнем с вами с акций, с каталогов, а то 6 минут ни о чем. Итак, значит, я просто соскучилась по проведению вебинаров. Я очень хорошо отдохнула на форумах в Новосибирск. Мы ездили и ездили на форум в Казань. Да, я думаю, все вы видели фотографии. Кто не видел, конечно же, по чатам я рассылала небольшие такие любительские видео, которые слепала сама, не умеющей рукой, но все равно хотя бы на память. Вот, погуляли мы здорово, классно, зарядились позитивом. Обзоры, да, я сниму, обязательно сниму. Просто вот мы недавно приехали за 5 дней до окончания каталога, так как каталог был двухнедельный, я сидела и примерно обзванивала всех как прогульщица. Я звонила, 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 и продукция, новинки, все вот стоят передо мной на столе, я их так и не отсняла. Они у меня все есть, и лаки новые цвета вот есть, и все есть. Да, то есть исправлюсь, исправлюсь, все догоню. Вот. Очень понравилась серия спа, безумно классный аромат. Очень понравилось сухое масло для тела, через 3 минуты уже ничего не липнет. То есть, ну, вообще просто, я сниму обзор хороший. Кстати, так как я задерживаю видео, я все это испробовала, еще расскажу свои впечатления. Я думаю, это будет даже лучше. Да, про самую быстро растущую пару. Я сама, если честно, не ожидала, что мы прям самая быстро растущая пара Фаберлик. И мне было очень приятно это узнать. Это, конечно, здорово, классно. Вот, и давайте с вами продолжим. Все же, да, больше не буду я отвлекаться. Поболтать мы можем с вами и в любое другое время, и в чатах, и везде. Вот, значит, у нас сейчас идет такая вот великолепная акция, как с 27 февраля по 10, по 19 марта. Если вы будете заказывать журнал Faberlic Style номер 5, там очень много и интересной информации, да, сейчас я вам скину ссылочку на эту новость, то кто-то из счастливчиков, 10 человек, может выиграть аромат Аврора. Да, обычно я эти журнальчики заказываю, я их дарю новичкам за регистрацию, да, то есть магнитик, кружечку, там еще что-то. Ну, те, которые, конечно, живут в моем поселке, приходят ко мне на дом регистрироваться. Вот, я им дарю, они читают, им очень нравится и каталог, и Фаберлик ставим. Они говорят, боже ж ты мой, какие Фаберлик глянцевые, крутые каталоги. Да, это очень-очень приятно. Такие подарочки дарить, поэтому я заказываю, стараюсь побольше. Ну, вдруг мне попадется букет Авроры, буду рада его тоже подарить новичку, потому что он у меня уже есть. Вот.
Вот. И, конечно, не позднее надо сделать заказ 2 апреля, чтобы увидеть, появился ли у вас за рубль, этот аромат. Далее, о чем бы мне с вами хотелось поговорить, это о том, что у нас продолжается акция набора для пикника со 2 по 5 периоды. Условия реально смешные. Это первый раз такие легкие условия, что вам нужно за весь период действия акции со 2 по 5 периоды зарегистрировать 6 консультантов в первую линию и помочь им выполнить второй шаг стартовой программы. И вы получаете набор для пикника. Причем там вилки, ложки, ножи, это все сделано из железа. Логотипчик Фаберлик, рюкзак хорошего качества. Мне посчастливилось его увидеть вживую. А вот я не могу сказать, Лилия, потому что на украинском сайте я сегодня искала, искала, я не могла найти эту акцию. Вот, Лилечка, ты, пожалуйста, отпишись в обратную связь. И если эта акция только для России, да, с парфюмерной водичкой Аврора, то отпишись, пожалуйста, по чатам, что тебе ответят, потому что я отписалась, но мне пока не ответили. Вот, а вдруг тебе ответят первой, будет очень хорошо. Да, я думаю, ты знаешь уже, где раздел «Обратная связь». Вот, и смотрите, вот эта вот акция самая-самая интересная. И на самом деле вот этот вот рюкзак у меня просит дочка. Говорит, мам, ну зарегистрируй, мам, ну сделай мне, пожалуйста. Я говорю, ничего подобного, говорю, помогай. А у нее тоже есть свой регистрационный номер, мы с ней идем по стартовой программе. Вот, выполняем, по-моему, уже пятый шаг, если я не ошибаюсь, но я буду снимать видео, обязательно посмотрю. Да. Вот, потому что, да, сейчас Лилия на самом деле очень сложно с акциями, они не всегда обновляются, так как мы ведем в первый день от начала каталога акции, да, вот правила добавления, то в первый день от начала каталога еще ничего не известно. А когда мы по сайте, по Украине не вижу, вот я тоже, Анют, не увидела, но может обновление быть позже. По идее, потому что у вас там еще подарок новичка прошлого каталога стоит, да, Валентин Юдашкин Роуз. Вот. Каталоги есть, а на сайте нету. Ага, Лилия, значит, каталоги есть, да? Ну вот, значит, акция действует. И, конечно, тоже замечательная новость. К сожалению, не нашла ее на сайтах Беларуси, Украины, Казахстана. Будьте внимательны, скорее всего, в разделе промо-акции у ваших новичков, у всех, будет стартовый набор пробников всего за 200 рублей. Это по цене России, да, это русские рубли. Вот, Украина мы умножаем на... делим на 2 там с чем-то, да, на 3 делим, сколько это гривен будет стоить, да, Казахстан, наоборот, умножаем на 5, да, цена по Казахстану. Мне кажется, что это будет по всем странам, но может быть только по России. Тоже не нашла информации, к сожалению, я искала, честное слово. Вот, значит, набор будет доступен на втором шаге оформления заказа в течение 4, 5 и 6 периодов. Это для консультантов, которые зарегистрированы с начала 4 периода, то есть с сегодняшнего дня, у них в промо будет висеть такая вот шикарная вещь с таким вот набором всего за 200 рублей. Поверьте, это очень-очень-очень дешево. Да, то есть на самом деле дешево, низкий поклон компании за то, что она позволяет за такие копейки познакомиться нашим новичкам с таким ассортиментом продукции. Реально дешево. Тут, конечно, Фаберлик меня удивил. Я думала, будет какой-то набор пробников, там за 500, за 600 рублей, да, то есть, ну, что-то подороже, но за 200 рублей это, конечно, просто сказка. Вот. Да, кто зарегистрировался в четвертом? Но смотрите, кто зарегистрировался раньше, иногда в промо он может тоже висеть. Вот тут тоже, как бы, также и с правилами, да, то есть на сайте написаны правила, да, вот сейчас у нас перед вами с вами акция новичка, и написано, зарегистрируйтесь такого-то и по такое-то оплатите заказ, чтобы в пятом каталоге получить подарок, да, вот, а на самом деле на подарок имеют право все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации, вы представляете?
То есть новичок пришел 3 каталога назад, но он уже покраснел, да, в распечатках, идет уже на терминацию, да, 4-й каталог это уже идет терминация, но он имеет право забрать подарок. Это тоже здорово, это тоже классно, но этого нигде нет. Это как бы такие вот правила, которые я узнавала из обратной связи, и там меня уже консультировали, да. Вот. А поэтому водичку за. Точно, в каталоге написано про водичку. Анют, замечательно, замечательно. Значит, Россия и Украина точно есть, это радует. Итак, значит, все, кто зарегистрировался в проекте Faberlic Online и не делал ни одного заказа с момента регистрации, да, то есть все, кто до 19 марта зарегистрирован, они имеют право сделать и оплатить заказ до конца каталога. Это обязательное условие для получения подарков, оплачивать до конца каталога, то есть до 19 марта, до 23 по Москве, включительно ночи. Да? Вот. Нужно сделать заказ от 1500, 450 гривен, 7500 тенге, 40 рублей 50 копеек в белорусских рублях и 450 лей в ценах каталога. Да, то есть смотрите, тут бывает такая ошибочка, я не могу это упустить. Когда новичок смотрит цены каталога, он, допустим, возьмем Россию, он 1499, вычитает 20% и делает заказ на эту сумму, да, и думает, что стоимость сервисных сборов и сборов за доставку включаются в заказ новичка. Так вот, нет. Поэтому желательно об этом каждого новичка предупреждать, потому что очень часто новичку не хватает там 10-15 рублей, и это на самом деле обидно. Получать подарочек мы будем вместе с очередным заказом в каталоге номер 5. В России это у нас скидка 750 рублей на любую одну вещь из коллекции одежды. Одежда может быть мужская, женская, детская, да, это просто шикарно. А для других стран, Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова, будут духи и тушь. Духи букет Denied, это аромат парфюмерный. 50 миллилитров, он пахнет туберозой, такой сладкий, легкий, нежный аромат, но немножечко вот эта тубероза, вот этот, представляете, да, этот аромат, такой вот он, у нее подтон такой, такой нежный, мягкий, сладкий, 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 да, то есть вот не знаю, как его описать, вот, и вот эта вот тушь, это мой фаворит, артикул 5599, я уже знаю наизусть свою тушь. Тушь великолепная, замечательная, из люксовой серии Secret Story. То есть нашим новичкам на самом деле достаются суперские подарки, суперские просто. Если вещь не нужна, можно подарок не забирать. Он будет ждать 3 каталога, потом сгорит. Да? То есть можно просто пойти по стартовой программе. Или можно взять какую-нибудь себе Алина футболочку недорогую. Вот скидочка 750 рублей. И футболочка обойдется вам копеечки. А футболки, я думаю, всегда нужны. Да? И дома походить, и куда-то в магазин сходить и так далее. Да? То есть можно что-то выбрать. Вот. Итак, скажите, пожалуйста, всем ли понятны условия? Условия добавления акций, да, и, конечно, Украина у нас опять на шаг впереди планеты всей. Она мало того, что получает подарки по новичкам, но еще и на Украине есть акция для наставников, которая действует только на Украине. Да, то есть в четвертом периоде 2017 года все наставники, которые зарегистрированы в Украине и делают заказы на территории Украины, могут оформлять и оплачивать заказы от 1000 гривен и более, и помогать новичкам регистрироваться в четвертом периоде и выполнять первый шаг стартовой программы. Первый шаг не просто выполнять, а оплатить его до конца каталога. И тогда по итогам каталога 4 на вашу объем, на нашу объемную скидку за каждого будет начислено 150 гривен. То есть за каждого оплатившего первый шаг стартовой программы и забравший вот эти вот подарки. Да? То есть акция реально взаимовыгодная и для тех, кто придет, зарегистрируется, сделает заказ, и для наставников. Вот.
Я недавно говорила, что вот в начале, что одежда от Юдашкина мало мерит, и мало мерит размера на 2, на 3. Вот. Потому что я не могла так резко растолстеть. Неделю назад я влазила в 44-й размер от Юдашкина, а через неделю я уже не могла войти в 44-й, ой, от Ахмадулиной, а через неделю я уже не могла влезть в Юдашкина, да, то есть за неделю я не знаю, я никак не могла набрать лишний целый размер. Тем более мы путешествовали, поезда и все такое, все равно это движение, очень много движений, и у меня ощущение по мне, что я еще немножко скинула, да, вот, поэтому платья от Юдашкина мало мерят и очень сильно. Дольче Вита точно в размер, да? Дольче Вита на мне вот сейчас точно в размер. Плечики на месте. Рукавчики вот, да? Вот рукавчик идет, да? То есть по самой, ну вот если выпрямить, то вот так. То я все время сгибаю, и я их. И я ростом 161 сантиметр, оно мне идет чуть ниже колена. По талии все идет в облипочку. Нет, на мне сейчас 44-й. Ой, да, 44-й размер. 44 я носила от Ахмадулиной. И вот сейчас на мне платье тоже 44-го размера. Но те вещи, которые не тянутся, вот эта розовая вся, розовая кружевная коллекция, она мне была вся абсолютно мала. Юбка даже моей дочери в облипочку, хотя я и заказывала от Ахмадулиной 40-й размер. Ну все, давайте, поехалите с вами дальше, а то те, кто не опаздывают, они уже это слышали. И получается, я повторяюсь. Вот. Значит, как получить подарок, да? То есть мы с вами поняли, что все, кто зарегистрирован по 19 марта, все, кто ни разу не делал заказ с момента регистрации, получают скидку 20% на всю продукцию цены каталога от минимального заказа, да? То есть если делаете минимальный заказ, то скидочка срабатывает. Но если делать не минимальный заказ, а вот эти суммы, которые сейчас указаны у вас на экране, то с 20 марта по 22 апреля вы получаете как раз скидочку, да, скидочку на одежду или подарки. И вот как раз-таки обратите внимание, что в сумму заказов, необходимых для получения подарка, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Скидка 750 рублей в России, которая не распространяется на нижнее белье и носочно-чулочные изделия, да, то есть только на одежду. Вот, значит, ассортимент одежды у нас широкий, на Ахмадулину тоже будет действовать скидочка, поэтому я думаю, это все шикарно, это все здорово и классно получить такую скидку. Вот, и замечу, что, да, то есть важно сделать именно оплату до конца каталога. Оплата должна пройти до конца каталога, чтобы новичок в каталоге номер 5, извините за опечатку, увидел подарок в разделе промо-акции. Он не увидит подарок, если он не оплатит. У него будет пробный шаг, если он оплатит позже. Вот. И, конечно, очень часто такое бывает, что то подарок нужно выбирать самим вручную в разделе промо-акции, да, и нажимать кнопочку «Применить изменения» и смотреть, появился ли он накладной. То подарок может сам автоматически упасть. Так вот, в России точно подарок надо выбирать самим вручную, потому что это скидка, да? То есть из предоставленного списка вы будете выбирать платье, какое вам нравится, выбирать размер, какой вам нужен, и потом уже добавлять, а потом нажать кнопочку «Применить изменения». Это очень важно, иначе платьишко со скидкой не ляжет в корзину. Да? И вот это платьишко со скидкой ни в коем случае нельзя будет добавлять из каталога. Ни в коем случае, да. Да, нужно выполнить условия акции, чтобы получить подарок. Все верно, Зоя. Если минимальный первый заказ сделали, это выходит пробный шаг, да? Да, если не было перерывов между пробным шагом в каталоге, да, то есть если вот новичок сделал в прошлом каталоге, да, у него пробный шаг, то в этом каталоге он имеет право на подарок. Вот, да, то есть в какой стране он находится. Вот, значит, поставьте плюсики, все ли понятно? Все понятно, да? Задавайте вопросы, не стесняйтесь.
потому что особенно новичкам очень сложно разобраться в огромнейшем количестве подарков. Фаберлик на самом деле новичков задаривает, и новички очень часто говорят: а мне точно столько подарят? А к чему это столько дарит? Ну, нигде столько не дарят. А что он, Фаберлик, столько дарит, да? То есть даже идет легкое такое недоверие. Почему же? Откуда же столько много подарков, да? То есть люди реально удивляются. И я думаю, что вы все, когда пришли в компанию Фаберлик, были удивлены, сколько у нас акций, подарков, распродаж и так далее. Вот, и, конечно, так вот и действительно, да, Настя, вот мне новички, неужели это все мне подарят, неужели прям все при все, да, то есть вот они вот говорят и вот это, а вы представляете, новичок приходит и сразу становится VIP-консультантом, делает 100 баллов, что ему на следующий период, да, ему подарок по акции новичка достается, ему достается 3 подарка по программе Фаберлик Клуб, это уже 4, у него скидка не 20, а 26% становится, да, это уже 5-я привилегия, у него, ему падает денежка, объемная скидка, да, если взять цены России, то это 180 рублей, у него, получается, он может взять один продукт с 70% скидкой, да, это вот я VIP-консультантов, да, перечисляю сейчас, он еще может взять 30 различных пробников со скидкой 50%, 10 каталогов с 50%, вы представляете, это один человек. И когда у меня человек первый день каталога, ой, в первую регистрацию каталога сразу делает 100 баллов, я ему начинаю объяснять, что ему положено, он говорит: да неужели, да как это так, правда все мне? Понимаете, человек на самом деле не верит, потому что столько привилегий, это просто обалдеть не встать. Да, все остальные так. Юдашкин маломерит, да. Юдашкин очень сильно маломерит. На самом деле новички в шоке. Поэтому я сейчас вас и прошу быть внимательными, чтобы своих новичков дорогих распутать. Я сделала второй шаг в каталоге номер 3. Теперь отправила заказ по каталогу номер 4. Подарки второго шага мне надо было самой... Да, самой надо было, они вас ждут в разделе промо-акции и будут ждать вас 3 каталога. Да. Вот, ну, смотрите, если новичок в прошлом каталоге сделал заказ и не получил подарок новичка, то есть он не оплатил его вовремя, да, или новичок, к примеру, сделал заказ там на рубль-два меньше, или просто активировал номер, да, то есть, но оплатил до конца каталога. Вариантов много, но это все называется пробным шагом. Обратите внимание, как компания лояльна к новичкам, да, то есть компания понимает, что новичок может недопонять, и у него может сгореть подарки, которые он может получать полгода по стартовой программе, да, то есть компания этого не хочет, да, и вот у такого новичка, который был пробный шаг, после которого тоже можно получить не два подарка, извините, да, ну, или два подарка, или один, да, скидку на, да, то есть подарок этого периода. Но только в том случае, если он не сделает перерыв между заказами. И вот сейчас очень важно каждому из вас зайти в свой личный кабинет, да, прямо после вебинара, и распечатать распечатку отчеты по стартовой программе. И всем, у кого напротив стоит пробный шаг, вы можете сообщить, что он не слетел со стартовой программы, что он полгода может получать подарки, если он сделает и оплатит заказ на нужную сумму. Да, то есть у пробников, да, есть еще шанс пойти полгода по подаркам. Вот. Трикотаж еще Тони не приходил мне. Вот если кому-то приходил, поделитесь, пожалуйста. Вот, да, то есть скажите, пожалуйста, всем ли понятно, где видеть шаги от пробного шага до 9-го шага стартовой программы? Вот я вчера, а позавчера звонила девушке, у нее 8-й шаг стартовой программы. И звоню и говорю: слушай, да, мы уже знакомы хорошо. Я говорю: слушай, у тебя что-то заказ не оплачен, да, то есть последний день, ты уже можешь со стартовой слететь, там же два последних подарка, они самые дорогие, идут парфюмерные воды и так далее. Она и говорит: боже ж ты мой, я оплатить оплатила, а зайти и нажать кнопочку оплатить не сделала. То есть она положила деньги на счет, деньги на счету лежат, а оплатить она заказ не нажала. Набор Dolce Vita. Не могу понять. Одежда Dolce Vita, что ли, да? Непонятно. Непонятен вопрос. Вот. Косметика. Что-то я не вижу Dolce Vita. Я вижу спа у себя, новинку, ля крем.
Лаков вижу кучку. Дольче Вита не вижу. А, не падает заказ. Ой, не знаю, пишите в обратную связь, перезагрузитесь, удалите черновики из прошлого каталога. Попробуйте, да. А, набор в коробке. Да-да-да, это набор кремов. Есть у меня он есть. Я еще его не открывала, правда. Да, если не падает, пишите в обратную связь. Да, тут я уже не подскажу. Вот, значит, да, обязательно всех, у кого есть пробный шаг, сообщите, что они могут или пойти полгода по подаркам, или они могут прозевать, да, у них может сгореть. И, в принципе, это очень, как бы, потом новички реально расстраиваются, когда видят ассортимент подарков, поэтому наша с вами обязанность донести, да, то есть компания Фаберлик своим лидерам платит именно за интеллектуальный труд, да, мы с вами зарабатываем в интернете с помощью ума. Так, скажите, пожалуйста, я заказ уже отправила, но 17 числа буду еще отправлять. Шаг я могу добавить потом. Конечно, конечно, можешь добавить. И когда я зайду в промо-акции, чтобы добавить подарок, как мне это сделать? Заходим в раздел промо-акции, а в промо-акциях будет раздел акции консультанта. В акциях консультанта мы открываем шаг стартовой программы. Когда мы открыли шаг стартовой программы, третий шаг, там, по-моему, вот 4 вкладки. Заходим в каждую вкладочку и выбираем то, что нам понравилось, то, что нам предоставлено на выбор. Вот. Скажите, пожалуйста, я ответила на ваш вопрос? Да, потом нужно обязательно, после того, как вы все добавили, применить изменения, перезагрузить и посмотреть накладной, лежит ли эта продукция в накладной. Вот. Это все обязательно. Ага, вот. Такая вот система, потому что подарки на выбор, и их приходится самим вручную выбирать. Вот, значит, ну, я думаю, лучше самим вручную выбрать, чем нам пришлет красную помаду, которая нам не нужна, да? Не все же красной помадой красятся, кто-то и розовенькие любит. Вот, поэтому пойдемте с вами дальше, да? То есть все, скажите, пожалуйста, кто у нас забирает аромат роуз в подарок в этом каталоге? Да, кто забирает у нас эту красоту? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Обалденный аромат с такой стильной такой горчинкой идет, сладкий, сладко-горький. Вот я так этот аромат почувствовала. В принципе, вообще великолепная вещь. Так, ага, дорогие плюсики, спасибо вам за обратную связь. Ваша выгода в этом каталоге такова, да, то есть вы поняли, что за вами зафиксирована скидка 20%, плюс вы можете идти по второму шагу стартовой программы. То есть, забирая вот эту водичку, вы можете заказ сделать на 2499 или на 4099 рублей. Оплатить до конца каталога, и в каталоге уже номер 5 вас будет ждать второй шаг стартовой программы. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы, дорогие призеры, дорогие плюсики? Нету, да, вопросов? Фаберлик каждый каталог дарит шикарные подарки, и эти подарки на самом деле хочется, но у меня тоже уже закончилась и стартовая программа, и все. Становитесь поскорее директорами, получайте крутые чеки лучше. Да? Подарки – это круто, это классно, но у нас с вами всегда будет программа Фаберлик Клуб, по которой мы можем забирать подарки. И, конечно же, у нас с вами всегда будет звание директора и выше, будут бонусы за эти звания, да, бонус стабильности, да, бонус развития – это шикарные бонусы, стремитесь выше, и все будет. Все будет, и вы сможете себе какой угодно любой подарок позволить. У меня не закончилось, я на втором шаге, значит, тоже получу. Если условия выполнены, да, водичка вас будет ждать на втором шаге. Каталоги на втором тоже шаге. Вспомогательные акции раздел называется. Первая, да, первая тоже классная, она у меня есть. Она такая более женственная, сладкая. Я очень любопытная. Я все заказала. Да, она такая
более такая смелая, резкая, да, вот сладкая, насыщенная такая. И почему-то у нее аромат странно, да, я 5 раз, да, то есть я где-то днем нанесла аромат от Юдашки на гол, да, аромат был один и был очень сильным. Я так, боже ж ты мой, да. Через час аромат был другой, на следующий день он был вообще абсолютно не похож на тот аромат, который я нанесла на руку сразу. Он как-то меняется, да, и такое ощущение, что вот даже я не знаю, как это описать, несколько этажей аромата, и на самом деле удивительная очень парфюмерная водичка, вот. Значит, дорогие коллеги, всем ли понятно, дорогим призерам? Да-да-да, вот, Настя, на самом деле, очень интересно меняется аромат, удивительно. И аромат стойкий, да, то есть у меня сестра его нанесла на руку у меня, да, с утра приходит и говорит, слушай, мне шлейф не нравится. А я у нее шлейф понюхала на руке, я говорю, блин, мне наоборот больше нравится шлейф, да, чем вот начало, да. А ей начало очень понравилось, она стояла, прям глаза закатывала, говорит, как вкусно, как вкусно. Вот видите, на вкус и цвет товарищей нет. Ну, водичка достойная и очень сложный такой у нее аромат, да, то есть реально сложный, непростой. Вот, итак, смотрите, дорогие призеры, что вы получите завтра. Второй шаг стартовой программы. Вы получите набор для рук Grand Prix Хенкере. Это химический пилинг. Потом идет, значит, у нас шлифовка. А потом идет крем для рук, жидкая перчатка после глубокой очистки. Это салонный уход. Да, то есть вы можете в домашних условиях побаловать свои ручки салонным уходом. Это на самом деле так. Второй подарок. Вы будете выбирать бальзам для волос или маску для волос на выбор под свой тип волос. И также третий подарок – это шампунь. То есть у вас получается 5 подарков, да, то есть 5 составляющих вам придет. Да, третий шаг стартовой программы – это наша гордость. Это косметика для дома, безфосфатная, биоразлагаемая, экологически чистая. Ей можно стирать даже детскую одежду, да, то есть просто замечательная вещь, без запаха, вот. То есть он экономичный, потому что концентрированный. Это порошочек у вас будет на выбор для универсальной стирочки, да, 900 грамм, или для цветного белья, забыла название, или для цветного белья, да, и пятновыводитель. Вот очень хорошо пятновыводитель работает в паре с порошком универсальным при температуре 60 градусов, просто обалденно. Так, если на втором шаге не достает 600 рублей до 4999, можно получить подарок следующим. Нет, будет тогда за 299, Татьяна. Да, только за 299. Но можно еще что-то заказать, потому что сумма заказа не должна быть на 5000 единовременная. И это цена каталога. Обратите внимание, что 5000 русских рублей – это цена каталога. Так, так, другие страны, дорогие, я забыла вам отправить. Сейчас. Так, стартовая программа. Вы молчите, меня не ругаете. Так, сейчас все цены по стартовым программам отправлю. Да, порошок реально крутой, реально классный. Единственное, что я вам хочу передать свои негативные ощущения по поводу этого порошка, когда я стирала им первый раз. У меня пошла черная вода из машины, машина была старая, автомат, ей было 10 лет, и у меня пошла... Как можно ругать, да? Ну, прошу прощения, я обычно не забываю, да, то есть все суммы на стартовые программы вот по этой ссылочке, да, то есть Украина, Казахстан, Молдова, Беларусь и так далее, Таджикистан. Вот, смотрите, значит, я запустила первую стирку и запустила, конечно же, белое белье. Белье я достала серое, и вода пошла из машины черная. Я написала в обратную связь. Обратная связь мне... ясно, четко дала понять, что если я стирала до этого фосфатным порошком магазинским, то эти фосфаты откладываются с годами на машине, а наш порошок как раз-таки ухаживает за машиной и вот эти фосфаты сбивает, да, и у меня получилось, что мне потом белье пришлось... Кыргызстана, если там нет Кыргызстана, то тогда ждите конца вебинара, да, и тогда вот уже сбивают фосфаты, и, конечно же, потом у меня через неделю из машинки через фильтр повалились вот эти вот фосфаты вокруг, да, вот этого вот были, они начали отпадать, очень много всего... Она отпадывала, очень много мы доставали, то есть этот порошок еще и почистил мою машинку, и у меня такое чувство, что она стала меньше даже орать,
да, меньше орать при стирке. Ну, для VIP-консультантов пробники идут за полцены. Вот, для новичков, которые зарегистрировались с четвертого каталога, они будут, там много пробников за 200 рублей. Вот-вот-вот, Катя, вот-вот-вот. Как раз-таки я попала в такую ситуацию и была в шоке и ругала компанию. Оказывается, порошок-то суперский, да? Вот. То есть такой вот у меня был негативный опыт. Первый, я была удивлена, говорю, боже ты мой. Да, поэтому будьте осторожными. Четвертый шаг стартовой программы – это набор уходовой косметики iStream. Она у вас пойдет и как уход для лица, и как для жирной кожи, да, это для лица уход, и для чувствительной кожи, и для кожи, потерявшей тонус, и так далее. Пробники, общий код. Ну, я недавно, Константин, показывала слайд. Давайте такие вопросы уже в конце. Вот, вообще-то пробники, они на втором шаге промо-акции, и там, скорее всего, вы можете посмотреть этот код. Вот. Сейчас просто положите что-то в корзину, перелистните в промо-акции, и вы увидите в разделе акции консультанта код. Вот. Лилия, по ходу дела нет. Да, по ходу дела нет, потому что написано, что тем, кто с четвертого каталога зарегистрирован. Вот. Значит, четвертый шаг мы с вами обсудили. Это самая отличнейшая серия, в которую входит наш кислородный транспорт Акваф-Тем, Новаф-Тем, который заставляет не лениться и работать наши клетки. Да, то есть он доставляет кислород в глубокие слои кожи. Пятый шаг стартовой программы – это набор серии Skyline. Там идет CC-крем, который идет как тональный крем и как подтягивающий крем, да, то есть ухаживает. Идет тушь на выбор, каял для глаз, карандаш для губ и помада, да, то есть тоже цвет на выбор. Шестой шаг стартовой программы – это тоже хиты продаж, это косметика для дома. Там идет средство для духовки, духовок и плит, да, то есть 500 миллилитров, не концентрированные, да, то есть им нужно пользоваться обязательно в перчатках, а там идут очень сильные фруктовые кислоты в составе. А потом, значит, идет крем для чистки металлических поверхностей, средство для туалета с антибактериальным эффектом, средство для ванной комнаты и средство для стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. Очень часто это средство берут не только в дом, но и в машину. Вот. Далее, значит, седьмой шаг – это салонный уход. Это альтернатива салонной процедуре. Это набор «Эксперт». Он идет как химический пилинг и дембразия, и химический пилинг с аминокислотами. Вот. И это три составляющих. То есть сначала мы наносим одно, потом другое, а в конце уже наносим крем с SPF. И после этой процедуры нельзя 12 часов точно показываться на солнце, потому что чистка очень глубокая. Далее, для машины самое оно, да, ну вот, хорошо, Игорь. Вот, восьмой шаг стартовой программы, это моя любимая серия, это люксовая серия Faberlic Secret Story. Там идет крем двойной агент, который подстраивается под цвет кожи. Да, как вы видите, он немножечко разненький, поделен на два. То есть мы нажимаем на кнопочку, да, на одну, там выходит основа под макияж, на вторую кнопку там уже выходит тональный крем. Да, то есть очень удобно носить два в одну. Да, то есть такой вот секрет. А потом у нас с вами идет лак на выбор. Я брала по стартовой программе песочный лак. Очень мне не нравятся эти песочные лаки. Потом идет также тушь. Очень хорошо удлиняет вот эта вот золотистая тушь. И помада, цвет на выбор. И девятый шаг, самый-самый дорогой, это парфюмерные пары. Мужская и женская. Парфюм плюс гель для душа. Там они тоже идут на выбор. Да, я думаю, выбор вы уже вот по этой ссылочке увидели. Там перечислен весь выбор. Выбор, правда, шикарный. То есть новички имеют право выбирать свои подарки сами. Единственное, что не на выбор, это шестой шаг. Да, и в четвертом шаге мы не можем. И седьмой шаг, кстати. И в четвертом шаге пятновыводитель, он один, и он будет вам добавляться. Вот. Да, тоналка очень классная, это любимица моей сестры, вот этот тональный крем, она его очень любит, да, то есть как мы с вами поняли, что стартовая программа у нас начинается со второго шага, потому что
первый шаг стартовой программы – это как раз есть акция новичка. Да, то есть и самое главное знать, что чтобы стартовая программа не сгорела, очень важно не делать перерывы в заказах между первым и вторым шагом и так далее. То есть перерывы недопустимы. В таком случае программа сгорает, у вас остается только Фаберлик-клуб и скидка 20%. Да? То есть это фиксировано, все, у вас она точно есть, это уже никуда не денется. Вот. Далее, значит, смотрите, тут есть пример. По этому примеру легко понять, что, допустим, суммы заказов, необходимых для получения очередного набора стартовой программы, они могут меняться. То есть вы можете сначала заказать, допустим, на 5000 рублей и забрать набор за 99, потом в следующем каталоге вы, забирая набор за 99, можете сделать на 2500 заказ и в следующем каталоге забрать за 299. То есть вы имеете право сами менять сумму заказов, какие вам удобно. Да, ее, кстати, разбирают на самом деле. Итак, дорогие коллеги, также по просьбе компании мы делаем на каждом вебинаре внеплановое объявление, потому что на вебинары по подаркам тоже ходит своя аудитория, и есть лидеры, которые этого не знают, есть новички. То есть у нас в компании иногда бывает такое, что кому-то не понравился наставник, он сходил и попросился к другому. Так вот, перерегистрации запрещены кодексом компании. Это наказуемо. За это штрафуют наставников, удаляют тех, кто пришел. Структура удаленных переходит к наставнику, то есть филькин труд. Да, филькин труд получается, и, конечно, человек не может иметь два регистрационных номера. Нельзя регистрировать близких родственников этого человека, да, просто обязательно, да, перевод человека, если уж он так сильно просится к вам, то только через год после последнего оплаченного заказа, если он не будет год заказа делать, да, если он давно в компании. Если он недавно в компании, то перевод можно осуществить в течение двух каталожных периодов с момента регистрации, если под консультантом нету структуры, то есть нету ни одной регистрации, и только с личного разрешения в обратную связь от действующего наставника. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы? Нету, да? Спасибо большое. В автозаказы будет падать, но может прийти раньше. Может прийти раньше, очень часто бывает. То есть, смотрите, как вычисляются перерегистрированные? Когда человек делает заявку на открытие договора с компанией, чтобы переводить деньги на расчетный счет банка, тут его ловят и удаляют. Да, то есть и сам перерегистрированный зря перерегистрируется, если вдруг хватит на это ума, да, и наставник, грубо говоря, приобретет структуру без наставника, да, потому что все люди того, кто перерегистрировался, пойдут вверх к вам. Дальше, значит, эта акция уже не действует, но мне хочется спросить. Нельзя регистрировать близких прямых родственников, именно прямых, Лилия, да. Вот. Далее, значит, скажите, пожалуйста, кому-нибудь попадались подарки, скидки, у кого сколько было карточек примерно, да, свои карточки я раздарила, очень рада, что кому-то достались подарочки за рубль, прям супер-супер-супер, вот, я довольна, вот, отпишитесь, пожалуйста. Вот, главные призы, 5 главных подарков еще не разыграны, да, у нас еще никто не знает, кто поедет 8 марта на показ в Кремле, да, попадались ли кому-то подарки, напишите, вот у меня попалось 3 подарка за рубль, а мне недовыслали карточки, они лежали в разделе промо-акции, вот, да, то есть таким вот образом. 2 по 1 рублю, 2 подарка, по Юль, здорово, да, здорово.
Да, то есть и вот такие вот подарки, да, разыгрывалось 30 смартфонов iPhone 7. Я хочу сказать, что это супер телефон, он не висит, не тормозит. Вещь просто безумно классная. Буду очень рада, если кому-то с проекта он достанется. Это просто невероятно круто. 3000 флаконов вот этой вот парфюмерной водички будет разыгрываться, да, то есть Rose, я думаю, вы будете довольны. 300 клатчей красных. И 5 главных подарков это будет на праздничный шоу. То есть помимо подарка в самой карточке, да, помимо скидки, да, от 40% до 1 рубля, да, вы еще можете что-то получить из этого, да. То есть мы с вами ждем. Результаты будут известны у нас с вами, так, минуточку, 3 марта, да, то есть до 3 марта выставят новости. Скидки надо было смотреть в разделе промо-акции. Лариса, не подскажу. Может быть, Лилия что-то тормозит, да? То есть в промо на втором шаге заказа, то есть предпоследний шаг. Вот, Светлана, спасибо большое. Да, вот будем надеяться, что хоть кому-то одному хотя бы айфончик достанется. Я буду очень рада. Да, то есть телефон на самом деле крутой, красный, держала его в руках, просто супер вещь. Итак, значит, обладатели главных подарков будут известны до 3 марта. Да, то есть все будут оповещены через СМС или в личном кабинете. Да, подробнее условия акции, количество подарков можно ознакомиться на сайте. А, не видела эту акцию, Настя. Не видела. Если есть, то, конечно, мы снимем видео, разошлем по структуре. Может, и я подержу. Буду рада, Константин, обязательно. Итак, мысли материальны, поэтому кто секс сильнее хочет и мечтает, и уже чувствует его в руках, мне кажется, тот и получит его. Итак, значит, в этом каталоге у нас с вами идет такая акция, как купоны. Да? То есть акция прошла, акция «Твой бонус». И сейчас идет весна, и компания «Фаберлик» уже хочет сделать нам очередные подарочки. Это тоже круто. За каждые 999 рублей, цены других стран будут на следующем слайде, вы будете получать также в разделе промо-акции скидку 250 рублей на один из 60 продуктов каталога номер 5. То есть эти 6 продуктов у вас, 60 продуктов, простите, у вас будут в разделе промо-акции в каталоге уже получается номер 5. И самое важное, чтобы вы понимали, что заказывать нужно, чтобы как можно больше вам карточек упало в корзину, да, как можно больше, чтобы вам карточек пришло, купончиков, да, именно из каталога. Именно из каталога. Да, то есть 999 рублей по цене каталога и 740 рублей по цене консультанта. Я думаю, что не нужно, Тоня, сохранять карточки. Ой-ой, вот тебе на. Ой, как смешно получилось. Так, дорогие коллеги, значит, тут указаны цены России, Молдовы, Украины. По другим странам, да, не, проблемка, да? Одеваем все очки. Да, лупы, лупы несите к экрану. Да, то есть по России 990 рублей, Молдова 299 лей, так, и Украина, по-моему, 299 гривен. Ё-моё. Так, минуточку. Сейчас я не поленюсь, я зайду в чат директоров и посмотрю, да. Значит, Россия 250 рублей, да, скидка в Молдове 75 лей, а на Украине, вот я сейчас скопирую, вам вышлю обязательно. Вот, смотрите, Ctrl-V. Ой, не то. Сейчас в чат директоров схожу и скопирую заново. Так, копировать. Так, по Беларуси я, к сожалению, мы не смогли найти.
Да, не смогли найти. Да, то есть смотрите, делаете заказ, да, в России на 999 рублей. Сколько раз вы сделаете, столько вам купонов будет положено. И вы можете, да, допустим, сделали заказ на 5000, вам вложили 5 купонов, и вы можете забрать 5 продуктов со скидкой 250 рублей. То же самое по Украине, да. Украина это 399 гривен и скидка будет 100 гривен на какой-либо из продуктов. И Молдова 299 лей, за каждые 299 лей у вас будет один продукт со скидкой 75 лей. Да? А в Беларуси 6 рублей, да? Отлично, Беларусь появилась. Да, ну все. Вот. И, конечно, у нас еще с вами есть акция на активизацию. Акция очень шикарная, наишикарнейшая просто. Я хочу сказать, что очень легко люди активизируются именно на парфюмерную воду. У меня отличный опыт. Я когда звоню людям и говорю, что им положена водичка такая-то, такая-то, да, то есть в начале каталога я рассылаю письма, а за неделю до конца каталога начинаю обзванивать людей, покрашенных желтым цветом. Вы знаете, эффект классный, активируется очень много людей. И большинство людей лично в моей личной группе точно не знает о том, что их ждет целая парфюмерная 50 миллилитров вода в промо-акциях. Да? Вы понимаете, что их ждет скидка 20% и еще и парфюмерная вода. А заказ-то нужно сделать вообще, да, то есть получается, что парфюмерная вода стоит как раз-таки рублей 500-700, да, и в магазине никто, когда люди идут в магазин, да, никто не сделает 20% скидку, да еще и никто не подарит подарок в полцены заказа, да, в полцены покупки получается. Мы с вами это должны ценить и понимать, что позитивные эмоции в структуре людей, это очень важно для бизнеса, очень важно для роста, и мы должны каждого оповестить. А сейчас пока желтеньких в распечатках нету, распечатки работают абсолютно некорректно. А мы обычно распечатываем их на третий-четвертый день и начинаем рассылать письма. Да? Значит, люди, которые будут покрашены ярко-желтым цветом в распечатке по личной группе, да, в разделе отчеты в личном кабинете, получают вообще шикарный подарок. А у нас есть наши дорогие директора, которые уже составили письма, очень-очень красивые. Низкий поклон нашим дорогим директрисам. Распечатку поглядеть очень легко. Заходите в личный кабинет, нажимаете разделы отчеты, и слева у вас будет список розовенький, да, распечаточек. И вот вам нужно выбрать распечатка по личной группе, и вы ее будете распечатывать. Но сейчас никто не покрашен пока. А тушь хорошая, тушь очень хорошая. Тушь очень хорошая, да. Итак, я директор Константин. Я старший национальный подтвержденный директор. У меня в структуре 45 полноценных директоров. Уже я не только директор, у меня уже есть директора, есть золотые, есть серебряные. Да, вот. Итак, поехали с вами дальше. Для Белоруссии я, к сожалению, не нашла. Будем искать вместе. Если по Белоруссии будут какие-то акции, то письмо отредактируется и добавится строчка Беларусь. Не переживайте. Да. Вот. Конечно, все впереди. Значит, смотрите, да, то есть, когда вы звоните человеку или пишете ему письмо, вот которое предоставили директора нашего проекта, они старались, составляли письмо красивым. Вам нравятся такие письма? Красивые, да? Директора очень красивые письма делают. И, конечно, когда человек получает такое письмо, самое главное в письме обязательно подписать, что им надо самим выбрать подарок, потому что подарок на выбор, парфюм там и мужской, и женский есть на выбор, добавить. Потом нажать кнопку «Применить изменения». А, уже покрашено. Вот видите, я 2 часа назад распечатывала, краски не было. Ну вот, замечательно. И проверить, что аромат точно в накладной. То есть вот это наша задача.
отработать именно людей по возвращению в бизнес, которые покрашены желтеньким. Просто замечательно. Все, можно уже письма рассылать, пусть активируется, забирает. Вот. Также у нас с вами есть еще один вид акций, это VIP-программа. VIP-программа – это VIP-консультанты, которым присваивается VIP-стаж, если они делают 100 баллов и более личного объема. Да, то есть все вы видели в начале, да, мою визиточку, и я уже 28 каталогов подряд делаю 100 баллов личного объема и получаю очень много привилегий. И сейчас мы их с вами вкратце разберем все. Да? Во-первых, чтобы вам получать все привилегии, вам нужно будет проходить тренинги и так далее, поэтому будьте внимательны. То есть, вот еще хочу сказать вам, что иногда новичок делает 100 баллов, на следующий период он не может сделать 100 баллов, но когда он узнает, что компания также лояльна и может разрешить идти дальше по VIP-стажу, даже если он первый каталог сделал, второй нет, если он на третий сделает 200 баллов личного объема и оплатит до конца каталога, тогда новичок не слетает с VIP-стажа, и это тоже здорово, да? Вот. VIP – это, конечно, здорово, это, конечно, круто, это классно, но это не только похвально, но это еще и дополнительные привилегии. Письма, вот я выслала письмо, по ссылочке надо нажать на ссылочку, и письмо откроется в новой вкладочке, не бойтесь, нажимайте. Итак, если вы первый раз сделали 100 баллов, оплатили до конца каталога, то на следующий период у вас будет такие привилегии, как скидка 70% на один продукт текущего каталога от черной цены. Он будет в разделе промо-акции вас ждать, да, в разделе акции консультанта. Там же у вас будет ждать 50% скидка на 10 любых пробников, то есть вы их можете взять 3 вида всего вместе, 30 штук. Также вас будет ждать скидка на 10 каталогов следующего периода. Понятно, что вы получите объемную скидку, а этого тут не написано, это я от себя говорю, что вы получите объемную скидку за свою структуру, вот, свои деньги, да, и этими деньгами можете расплачиваться в заказе также. И также вы будете принимать участие в распределении контактов за заинтересованных покупателей, которые оставят свои данные на сайте. Грубо говоря, под вас там раз в каталог, через каталог будут регистрировать людей. Люди будут регистрироваться сами, оставлять данные, и компания таких людей будет регистрировать под вас прямо в первую линию. Вам только остается позвонить человеку, спросить, хочет ли он подарок и так далее. То есть просто доработать человека. Вот. Далее, значит, уровень второй – это когда мы 3 периода подряд и более делаем 100 баллов личного объема. Во-первых, все привилегии первого уровня положены. Во-вторых, тут добавляется еще такая привилегия, как бонус 10% при выполнении 150 и более баллов личного объема. Получаем скидку 10%. Да, то есть объемную, не то, что там, да, к примеру, вы сделали 150 баллов, и у вас скидка стала не 26, да, а 36%. Нет, да, то есть на весь личный объем продаж свыше 100 баллов скидка начисляется при размещении заказа в следующем периоде. Да. То есть эта скидочка у вас будет списываться из заказов, то есть это ваши деньги, это ваша объемная скидка. Да, то есть у людей, которые уже заключили контракт, эта объемная скидка также вместе с основными выплатами падает на карточку им, да, в банк. Да, конечно, нужно обязательно менять на свои. Ольга Дубягань будет не очень-то рада, если ее найдет огромное количество людей и начнут задавать вопросы. Конечно, Светочка, правильно. Вот, значит, далее. Вот скажите, пожалуйста, понятно ли вам, что на уровне втором идет скидка скидка идет объемная, а не скидка дополнительной от цены каталога? Поставьте, пожалуйста, плюсики, да, то есть и посмотрите, как высчитывается формула, потому что это очень важно, иначе вы потом можете запутаться, да, поставили плюсики, молодцы, спасибо вам огромное за обратную связь.
Мы с вами уже почти до конца презентации дошли. Также у нас есть с вами уровень третий. Это 9 периодов подряд мы с вами выполняем 100 баллов личного объема. Тогда нам добавляются привилегии 1-2 уровня и возможность заказывать новинки следующего каталога за 2 недели до начала продаж по красным ценам. Я это очень практикую. Я прям заказываю и заказываю новинки. Мне очень нравится быть в курсе всего там, да, за неделю до окончания каталога, потому что все равно они неделю еще идут. Вот, и за неделю до окончания каталога прошлого, да, предыдущего, я уже новинки получаю. Сколько списывается скидки за заказ? Я обратила внимание, что не вся сразу. До 65% Виолетта объемной скидки списывается. Остальное мы доплачиваем. Да, к примеру, вы сделали заказ на 5000 рублей. У вас получается, если объемной скидки хватает, то списывается 65%. И своих денег вы вкладываете 1700 рублей. А остальное списывается. Вот. Значит, далее у нас с вами идет уровень 4. Это 18 периодов подряд мы выполняем с вами 100 баллов. Вот я уже уровень 4. Если у нас еще 4 уровень на вебинаре, кто на каком уровне, кстати, отпишитесь, пожалуйста. Кто VIP, сколько, напишите, пожалуйста. Это очень важно сейчас. Если у нас VIP, давайте вас поздравим обязательно. Вот. Ну, конечно, если есть на школе, да. Вот. И, конечно, уровень 4 это 18 периодов подряд. Это привилегии 1, 2 и 3 уровней. Потом, значит, идет 70% скидка на один продукт действующего каталога. То есть у нас с вами получается 2. Два уже две скидки, да, 70%. А каждый, что у нас один VIP, что ли, всего на школе? Странно, всего один VIP. Ничего себе, ну я еще двое будем. Да, то есть, а вот еще один VIP, да, Светочка, умница. 17, да, ты уже скоро будешь 4-й уровень у нас. Первый уровень, VIP-9. Ага, здорово, молодцы. Вот поздравляем наших дорогих VIP-консультантов. Юлия, Виталий, это уже директора. Катюша Соцкая, это старший директор. А, да, то есть, вот, да, то есть, Светочка Павлова ждем в директорах, 19% лидер, тоже здорово. Леночка Кириллова, не помню, не могу тебя похвалить. Надя Курилова у нас, по-моему, 12%, да, у Светы. Я слетела, пошла по новой из прошлого каталога, VIP-1. Анюта Атамась у нас 9, да? Ага, 9%, да. Вот поздравляем наших VIP-ов, да, наши VIP-ы точно знают, как это выгодно. Да, то есть смотрите, по достижению 4 уровня VIP-консультанта еще и добавляется значок отличительный, который будет предложен к выбору, опять-таки, в наших любимых промо-акциях, да, где все самое вкусненькое на втором шаге оформления заказа. Вот, поэтому у нас есть один претендент на получение значка в следующем периоде, да? Да, кто у нас VIP-17? Будем поздравлять. Итак, также у нас есть уровень серебро, это 50 периодов подряд по 100 баллов, уровень 100, уровень 150 периодов и уровень 200 периодов. Я почему-то вот лично хочу именно рубиновый период, потому что там идет уже скидка на одежду 70%. Представляете, платье за 6 тысяч может обойтись 1500. Но это, конечно, здорово. Вот, да-да-да, Светочка, получай значок. Вот, также, дорогие новички, это уже я обращаюсь к вам, потому что наставники, скорее всего, это все знают. У нас с вами есть скидка 20%, а иногда 26%. Так вот, мы с вами можем получать, то есть на всю одежду у нас всегда фиксирована скидка 20%. На все нижнее белье у нас с вами всегда фиксирована скидка 20%. А вот 20% скидки срабатывает только в том случае, если в предыдущем периоде у вас был заказ не менее 50 оплаченных баллов. Во, круто, Игорь. Да, 26% будет, если в предыдущем каталоге вы оплатили акцию. Итак, еще посылаю одно письмо наших директоров и хочу сказать, что в компании есть несколько видов добавления акций и есть такой коварный вид добавления акций, как промо-акции и как бонусы за покупку. Все мы с вами видели в каталоге номер 4, у нас с вами прямо на первой страничке
да, есть такой вот кружочек, как бонус за покупку. Все обратили внимание? Так вот, если по этому кружочку заказывать прямо из каталога, то он вам придет вот по этой цене, 269 рублей. Да, вот, поэтому вот бонусы за покупку, все, что обозначено таким вот кружочком, очень важно как раз-таки добавлять именно в разделе промо-акции и не добавлять их из каталога. А то я еще маленький хихи, да? То есть, и все, у нас с вами бонусов за покупку в этом каталоге реально мало. Их всего лишь 9. И поэтому я думаю, что вы разберетесь, да, сейчас. Вот смотрите, их 9. Файлик я вам выслала директорский, да. То есть, вот бонусы за покупку, а 8 их даже нельзя добавлять из каталога. Да, то есть, их мы выбираем в разделе промо-акции. Почему, да? Не расстраивайте. Вот, поэтому будьте внимательны и предупреждайте своих новичков. Да, человек уже почти 15 лет в компании, на самом деле, да. Да, продукция, которая добавляется автоматически в заказ, это купоны. В купоны нам с вами упадут. Остальные акции мы можем с вами добавлять из каталога. Да, то есть только вот запомните вот эти вот 8 бонусов за покупку. Итак, также у нас с вами есть отдельная программа для всех в Оперлик Клуб. Она очень интересная, и в ней много кто путается, но она самая шикарная. Я считаю, что она самая шикарная, и даже если и бывают случаи, что бонусы сгорают, то она у вас не прерывается, и вы снова можете в ней участвовать вновь, вновь и вновь. Вот, значит, как она действует? Когда вы совершаете покупки и заказываете продукцию Faberlic, она весит баллы. Вот эти баллы пересчитываются в бонусы. Да? Один балл вашего заказа равен одному бонусу вашего заказа. И получается, что вот эти вот бонусы, их можно копить и потом на эти бонусы забирать подарки. Эти бонусы хранятся в вашем личном кабинете вверху в кошелечке такой, да? Все видели кошелечек? У кого сколько бонусов? Кто тратит, кто копит? Напишите мне, пожалуйста, будем с вами вместе знать. Да? То есть, допустим, минимальные подарки у нас с вами идут от 15 бонусов, да? То есть, если вы сделаете заказ на 50 баллов, вам сколько подарков положено в следующем периоде? 136, 795, 57 коплю, да. Но я вот тоже коплю, да, я коплю на халат. Да, я коплю на халат тоже. Да, 3 или 2, да, то есть 50 мы делим на 15. И мы можем забрать, если считать самые недорогие подарочки от 15 бонусов, да, то 3 подарка. 100 баллов это уже 6 подарков, да. Випы и так у нас задарены, но еще и по Faberlic клубу они тоже участвуют, да. Вот, самое главное, что мы с вами должны знать, что за один период вы можете накопить не более 150 бонусов. То есть, если вы сделаете заказ на 200 баллов, то вам все равно начислят только 150 бонусов. Угу. Вот это нужно обязательно знать. И, конечно, чтобы сохранить накопленные по программе бонусы, необходимо каждый период оформлять и оплачивать заказы. В случае, если личный объем консультанта равен нулю, последние набранные не сгоревшие бонусы будут недействительны. То есть они вот таким образом сгорают. Давайте с вами разберемся, все ли понятно, во-первых, да? 25 есть и в третьем каталоге брала. Отлично, да? То есть смотрите, вы покупаете, да, вы покупаете продукцию, потом вы оплачиваете заказ. Вот если вы оплатили в прошлом каталоге заказ, то в этом каталоге вам уже приплюсовались бонусы. Вот. Если вы оплатили заказ в этом каталоге, то бонусы приплюсуются только в следующем. Да, бонусы копятся, если делать заказы именно ежекаталожно. Если их делать не ежекаталожно, то есть пропускать заказы, то тогда они сгорают. Да, сгорают только предыдущий заказ. Смотрите, какая система. Будем с вами рисовать. Да, смотрите, допустим, вы пришли, сделали заказ на 10 баллов. Во втором периоде у вас начислилось 10 бонусов, да, на следующий период. Потом вы сделали заказ во втором заказе. Вам начислилось 10 плюс 15 равно 25. А в третьем периоде вы забыли оплатить заказ, к примеру, до конца каталога. И у вас сгорает предыдущие. Да, то есть они у вас сгорают.
Вот, в четвертом каталоге вы опять забыли оплатить заказ, да, и у вас сгорают и вот эти вот тоже бонусы. И в итоге в пятом каталоге у вас уже будет получаться 0. Если вдруг в каталоге номер 6, так, не хочет передвигаться, минутку, да, и как бы не делаете заказы, бонусов у вас 0 и 0, да. Но в каталоге номер 7 вы вышли на какой-либо процентный уровень и решили сделать заказ 50 баллов, чтобы забрать свою объемную скидочку, да, к примеру. И вы, получается, сделали 50 баллов. И вот эти 50 баллов на следующий период, если они оплачены до конца каталога, они у вас светятся в каталоге номер 8. Если же в каталоге номер 8 вы добавочно еще раз сделали заказ, то вам как раз-таки, вот тут видите, ЛО 250, то вам все равно начислится только 150, да, и получается 50 до 150 равно 200, да, то есть таким вот образом баллы можно тратить, можно копить, самое главное не делать перерывы между заказами. Скажите, пожалуйста, все ли понятно? Если постоянно делаешь заказы, то ты... Да, в шоколаде, реально в шоколаде. Да, то есть стоимость подарков, есть подарки подешевле, есть подарки подороже, да, то есть и за 15 бонусов есть, и за 20 бонусов, и за 1200 бонусов, да, как вы понимаете, можно на различные подарки копить или забирать. Вот у меня тут закончились все умывалки, я на заказы в одежде, смотрю, сумма заказа уже большая, и я заказала себе умывалку за 15 бонусов и дочке умывалку, да, ну вот для умывания, в принципе, нормально, бесплатно так пришло мне два подарочка. Да, вот видите, подарки различные, да, вы можете и сиденье из лузги гречихи, и пластыри, выводящие токсины, и парфюм, и тушь, и все такое. Так, это я нечаянно не удалила. Прошу прощения, это не работает эта скидка. Не работает эта акция. Вот, далее, значит, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, который сейчас на экране. Видели ли вы хоть одну компанию, с таким количеством подарков? Умывалка, это, ну, когда на лицо умываем. Извините за деревенский говор. Да, гель для умывания. Спасибо, Танюш. Вот, на самом деле вы не видели, и на самом деле и я не видела ни одной компании, чтобы вот так задаривала своих людей. А хоть один магазин, дорогие коллеги, видели ли вы? Вот представьте, вы пришли, накупили на 2000 рублей, вам сделали скидку 20%, да еще и подарят подарок. Еще и по Фаберлик-клуб, еще и по акции новичка и так далее, да, это же все суммируется, все подарки. Вот. Поэтому я думаю, мы с вами прям вот все, кто регистрируется, и вот иногда регистрируются покупатели, покупают для себя и говорят, ой, у вас дорого. Скажите, пожалуйста, вы считаете нашу продукцию дорогой? Я вот так смотрю, наши шампуни реально дешевле, чем в магазине, реально дешевле. Да еще плюс наша скидка, да? Еще их можно вообще за рубль забрать, да? По Фаберлик-клубу. Поэтому, да, доносите, старайтесь доносить до каждого своего новичка акции и подарки. Я всегда на них делала огромный упор, всегда делала огромный упор. И, конечно же, любой директор пожелает вам только роста. Любой директор пожелает роста вам и вашим новичкам, да, потому что чем выше вы, тем выше мы, да. И вы это должны понимать, что мы заинтересованы в вашем росте на всех этапах. И если мы вам советуем доносить до людей, значит, нужно доносить до людей, чтобы ваш товарооборот пошел вверх. Значит, мы это испытали на практике, значит, мы поняли, что это работает, значит, мы поняли, что это круто и классно, и это умножает рост, да. Вот. Давайте с вами обсудим новый быстрый старт. Все, кто зарегистрирован по 2 апреля, имеют право открыть директора, старшего директора, золотого директора, рубинового директора, но в течение полугода. Если это получится, да, к примеру, то все ваши премии умножаются на 2. Понятно объяснила? То есть они умножаются на 2, да, вкратце говоря. То есть, если вы открыли за полгода просто директора, ваша премия умножилась на 2. Квалификационный бонус, да? Если вы открыли рубинового директора, то вы получаете
Да, получается 55 умножить на 2, 27 500 за старшего, бонус умножить на 2. Получаете золотой бонус 165, серебряный и золотой, да? То есть все умноженное на 2. Без разницы, какой вы уровень, в течение полгода успеваете открыть и подтвердить. Да, то есть вот это очень шикарная акция. Жалко, что она скоро заканчивается. Скорее всего, придумают новый быстрый старт, потому что по 3 раза уже не продлевают. Вот. Ну и, конечно, дорогие коллеги, если у вас есть вопросы, прошу вас их мне задать. И, конечно, помним, что с какими бы мы крутыми дизайнерами, кутюрье, да, с мировыми именами не сотрудничали, мы всегда должны помнить, что мы идем как кислородная косметика номер один в мире. Наш патент на Аквафтем, Новафтем 2 – это наша гордость, и нигде такого нету. И, конечно, вот это и сделало нас знаменитыми, сильными, классными. Это вот этот вот, да, как сказать-то даже, да, этот патент нам дал пережить все кризисы, нам дал силы, да, идти дальше и устоять, да, на рынке уже как 20 лет. И, конечно, дорогие коллеги, у меня для вас очень важно. Те, кто до 2 апреля зарегистрирован, да, верно, Александра. То есть у всех есть шансы, все, кто зарегистрирован. Вот, смотрите, я вас очень хочу сейчас позвать увидеться с вами на ассамблее. Она будет проходить в Гостином дворе в Москве. 1 октября, по-моему, она будет проходить. И я вам хочу сказать, что это просто незабываемые, невероятные ощущения. Встречаться командно. Зависло видео, меня видно ли, дорогие коллеги, да? Встречаться командно, делиться опытом, а быть среди успешных, быть там, где только одни директора, да, потому что на ассамблею пускают только с уровня полноценного открытого директора, а чеки на ассамблею вручают только тем, кто открыл уровень серебряного директора, да, то есть с уровня драгоценного директора вы можете уже побывать на чеке, на сцене, на ассамблее, да. Я вам хочу также еще приоткрыть небольшую тайну и сказать, что будет очень круто, потому что у компании юбилей. Юбилей, и нам руководство компании говорило, что будет мега круто, они очень-очень готовятся, подготовка уже вовсю идет. Вы представляете, они уже начали подготавливаться, будет просто шикарно, поэтому я всем желаю серебряным открытым подтвердиться, чтобы получить чек, да, и всем остальным желаю открыть директора, чтобы вам был доступен этот билетик. Вам был доступен этот билетик в разделе промо-акции. К сожалению, ни ваш директор, никто не сможет на вас эти билеты купить, если вы не успеете, поэтому успевайте обязательно. Также внеплановое объявление, мы развиваем свой бизнес в 42 странах мира. Я думаю, вы уже это знаете, что наша география очень развилась и круто развилась. Также компания Faberlic сотрудничает с межрегиональной экологической общественной организацией «Эко» «Садит деревья». Да, это тоже круто, да, то есть «Садит деревья». С 2010 года. Также компания Faberlic сотрудничает с кинологическим центром «Собаки, помощники детей инвалидов», да, детки, рожденные без зрения. Эта программа называется «Солнечный пес», и на сегодняшний день уже более 160 собак-поводырей возвращают людей к полноценной жизни. И мы можем с вами принять участие. Мы сможем с вами принять участие и тоже купить игрушечки, и часть денег от покупки этих игрушечек будет направлена именно в этот центр. Будем с вами делать добро. Да? Также замечу, что... Так, слайд не листается, да. В компании есть с уровня подтвержденного золотого директора поездки в разные страны мира. В прошлом году мы ездили в Шри-Ланку, а в этом году мы уже успели выиграть путевку в Доминиканскую Республику в 2017 году. На самом деле претендентов очень много кто торопится. Я буду невероятно рада видеть своих директоров рядом со мной в таких
крутых мероприятиях, да, то есть на самом деле мы с мужем ездили вдвоем, да, если можно ехать вдвоем, то нужно подтверждать уровень рубина. Если вы едете одни, у вас нет контракта семейного, то с уровня подтвержденного золотого директора вы уже можете ехать в страны мира. Анюта, до какого каталога надо подтвердиться для ассамблеи? Ну, я так понимаю, до октябрьского, чтобы билет светился у вас в промо, чтобы могли купить. Но чем раньше, тем лучше, потому что обычно за месяц до начала ассамблеи все билеты бывают просто расхватаны. Просто расхватаны, много кому не хватает. Поэтому не ставьте себе сроки впритык никогда. В компании Faberlic сроки впритык никогда не получится. С детьми нет. Туда пускают только одного человека по одному билету. И там все очень строго. Но с детьми я вам туда не советую, потому что громко, шумно. Это там просто будет шик, лоск, там будут пушки стрелять, знаете, вот, ну, не пушки, а вот, знаете, вот эти вот стрелялки-то, когда дождик-то идет серпантиновый-то, вот этот вот, да, то есть будет очень громко, будет много всего, и ваши дети, вот, особенно до 10 лет, они просто испугаются, вы им пользы не принесете. Да, то есть на обычной региональной встрече, да, есть единицы, которые берут детей, но там не так громко и не так долго. Вот, как на ассамблее Faberlic. Далее хочется вам сообщить, если вы не знали, что у компании есть свой завод, собственное производство, и абсолютно вся продукция фабрики проходит обязательное тестирование согласно ГОСТу, СанПину, и компания Faberlic внесена в госреестр предприятий-производителей экологически чистой и безопасной продукции. 35 тысяч квадратных метров – это площадь нашего завода. Вы представляете, 35 тысяч квадратных метров. Сколько там оборудования, да? Конечно же, продукция выпускается по всем стандартам, по стандарту GMP, да? Даже одежда проходит госсанпин, да? Мы с вами это должны понимать, что у нас безопасная продукция, да? Вот. Далее у компании есть свой центр научных разработок. Этот центр компании принес так 30 с чем-то патентов, забыла цифру точную, 34 патента, да, с помощью своей собственной микробиологической лаборатории. Это тоже круто, это тоже здорово. Да, и, конечно же, компания получает очень много наград. Это награды за 2016 год, причем там, вот в 2016 году не хватает еще 5-го кружочка, мы получили на показе в Москве награду как лучшая коллаборация года совместно с Аленой Ахмадулиной. Вы представляете, да? То есть, если это парфюм, то это Fifteen Russian Words, да? Если, допустим, это какие-то, да, продукты питания, то это обязательно тоже лучшая какая-то там права потребителей или еще что-то, да? То есть, у компании Faberlic даже есть такая награда, как почетный налогоплательщик. Тоже очень-очень приятно, очень круто, очень здорово, да? И, конечно же, дорогие коллеги, последний слайд. Я бы вас всех очень хотела позвать к себе на поздравлялки в среду. Также хочу сделать такое объявление, что у нас второй каталог не работают распечатки. Мы не можем распечатать распечатки, чтобы поздравить наших новичков от 3%. Да, все вы, наверное, видели, особенно в чате Кононовых, что поздравлялки ночью не гремят уже второй каталог подряд. Да, вы это заметили. Я очень прошу вас не обижаться. Очень надеюсь, что этот вебинар досмотрит много людей до конца и будут знать, в чем проблема. Мы вас всех очень любим, но в компании Faberlic какой-то сбой произошел или еще что-то, что распечатки не распечатываются. У нас показывают такую кашу, эти распечатки, что даже были ошибки по рассылке писем. Да, то есть я золотых директоров поздравляла с 15-процентным уровнем, но это кошмар. Конечно, да, то есть поэтому я прошу нас не ругать. Да, то есть топ-лидеров мы поздравим в среду точно всех. Приходите порадоваться за своих лидеров, дорогие новички. И если нам удастся, то я вам расскажу еще немножко больше. Мы в ИТР-отдел в Москву запросили распечатки. И если их нам дадут к среде, то мы поздравим всю нашу дружную команду. Вот, поэтому приходите обязательно порадоваться топ-лидеров и директоров, мы точно поздравим, да, и очень просим не обижаться новичков и старших, ой, и лидеров до 9%, на самом деле, вот.
Да. То есть, ну, спасибо вам огромное внимание. 1,5 часа я вас задержала. На самом деле очень соскучилась. Мы ездили 2 недели и везде путешествуем, энергии куча, поэтому работаем, работаем и работаем. Да, обзорчик Лиде обязательно сниму, разошлю по чатам. Скорее всего, даже сегодня. Я постараюсь его снять сегодня. Камера уже стоит на зарядке. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Да, порадую вас анекдотиком. Улыбнитесь. Вот. Ну что ж, я тогда запись останавливаю. Если вдруг были какие-то вопросы, вы их задали, но я на них не ответила. Лак белый, то. Сейчас я, Лилечка, посмотрю, какой лак. Он какой-то с розовым чуть-чуть подтончиком. Я вот не могу тебе его сейчас показать. Какой-то вот он, ой, металлический, легкий такой подтон у него идет. Не скажу, что он чисто белый. Больше ближе к кремовому, я бы так выразилась, кремовому и переливается. Ну вот обзор сниму, увидишь. Да. Вот, ну что ж, спасибо. Спасибо, Танюша. Спасибо за теплые слова. Очень интересно. Самое главное, чтобы было продуктивно, чтобы вы распечатали распечатку, чтобы ваши люди не остались без подарков по стартовой, чтобы ваши желтенькие активировались. Вот это самое важное, чтобы вы сами не остались без подарков, чтобы всегда знали правила добавлений, чтобы было меньше негатива и больше позитива. Нужно просто знать правила добавления подарков, да? Ну что ж, все. Всем пока-пока. Тонечка, спасибо большое.